привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. Здрасте. Здрасте. И сегодня мы вместе с Тилькой будем делать обмен подарками из Стикпрайса. Мы накупили друг другу целую кучу подарков, но мы не знаем, что мы будем дарить друг другу. Ну, естественно, это подарки были созданы не по виш-листу, и сейчас мы будем ими обмениваться. Ты серьезно подбирала подарки? Или в своем стиле? Я не знаю, ну, я не знаю. Я 50-50. Я готова, если что, пояснить за свои подарки. Я готова пояснить за каждый мой подарок, и я уверена, что тебе понравится абсолютно большинство из них. И вам, кстати говоря, тоже. Кстати, потом обязательно напишите, какой из этих подарков вы бы хотели себе, и какой из них вам показался самым отвратительным и самым ужасным. Кто вообще победил в этом видео, кто круче дарит дары. А я бы написала, какой подарок понравился больше вам, и какой бы вы хотели себе. Так что воюйте за плохой или за хороший подарок. Это темная сторона, это светлая. Правильно, мы на темной стороне, ребята, на темной стороне луны. Давай, кто первый? Чики-брики, пальчики. Раз, два, три, четыре. Ой. Лайк. Лайк поставь, подпишись на канал. Вот. А еще на моем канале тоже будет выпуск тоже с подарками из Фикспрайса. Кот пытается покинуть эти помещения. Братан, открой! Раз, два, три. Ну, давай, я первая. Так, сейчас я выберу, подожди, я так волнуюсь. Я даже не понимаю, почему я в этой ситуации проиграла, если мне дарят сейчас подарок. Давай я начну с хорошего. Ладно. Так как ты бьюти-блогер, я дарю тебе маску альдегидную. Альгинатную. Ну, пофиг. Ребята, альгинатная маска, сюрприз на барабане. Я, кстати, очень переживала. Что, она мне лицо испортит? Да. Но я подумала, ну это же ты же бьюти-блогер. Не, могу протестировать. Ты всякое можешь тестировать. Я подумала, ну куплю на свой страх и риск. Но я тебя предупрежу, что это из Фикспрайса, чтобы если что, ты знала, что нужно быть осторожней. Ребят, у нас альгинатная маска, серьезный подарок. Между прочим, написано, что made in Korea, а я люблю эту страну. Отлично, первый дар у нас есть. Сектор дар на барабане. Теперь мой подарок, Тилька. Давай. Ну, давай, я давай, начну давай. С того, что мне, наверное, понравится больше всего. Ребят. Толкушка для картошки. Это не толкушка. Я знаю, что это не толкушка. Толкушка. Это совсем не толкушка. Я это знаю. Королева толкушки. На самом деле, если ты такой же пожилый, как я, то ты ошибаешься. Это просто... Это вещь из клуба фотографий. Хороший подарок. Я дальше, да, даю? Да. Не, ну я не знаю, как это можно переплюнуть. Ну ладно, я сейчас подумаю, подожди. Давай мой следующий подарок будет связан с полезностью в жизни. Как у каждого человека в жизни должно это быть. О, это самая милая фигня. Носочки. Носок с усами. Носочек с усами. Я носками. Хотела более прикольный, но это были самые прикольные, потому что не хусики. Пропуск знаешь куда? В трусики. Вот за этим. Да, да, да. Так что, ребята, я пошла в лисины трусики. Блин, ну раз уж мы пошли про трусам, то у меня и для этого тоже есть для тебя подарок, который пригодится твоим трусам. Нет? Они пахнут? Я не знаю, попробуй. Но написано фиалка. А пахнет, я вкусно. Оно реально пахнет фиалка. А зачем? Чтобы писи нюхала или что? Нихера тут запас. Ты думаешь, что я настолько, да, теку? Только не надо этого делать. Тебя уже не раз заканчивали за это. Тебя уже заканчивали за это один раз уже. Хороший подарок. Одобряю. Фиалка. Какой кошмар. У меня сейчас аллергия на кота. Минутка рандомных фактов. Смотри. Ты покрылась какой-то фигней? Да. Да, аллергия на кота. На моего. У меня аллергия только на моего кота. А, раз уж мы пошли по котам. Боже мой, ой, все, это конец. Раз уж мы пошли по котам. Коту конец, он так любит эту фигню. Это такой крутой подарок. Вот, кстати, и кот, давай протестируем. Давай скорее. Открывай. Кот от этого просто сходит максимально с ума. Он плёсто с ума сходит. Плёсто. Так, смотрите, кот. Oh!
Он очень пыхтит. Лучший подарок, я считаю, просто потрясающий. Вот. Так, теперь моя очередь дарить тебе подарок. Давай, удиви меня. Мои подарки такие маленькие по сравнению с твоими дарами. Посмотри, одни мои два дара больше, чем все твои три дара. Ты хотела про животных историю? Давай. Есть у меня история для тебя про животных. Я дарю тебе животное. Ты сейчас охренеешь, это реально животное. Его нужно взращивать. Это как ты любишь. Вырасти горное животное. Мне сейчас нужно кое-что сделать. Закрой глаза. Я сейчас вернусь. Но у нас тоже горное животное. Открывай глаза. Животные! У тебя змея! Америки. А у меня... Подожди, у меня горное животное, а у тебя змея. А у меня животное Южной Америки, не факт, что будет змея. Что змея. Только это не факт, что змея. Там может быть любое животное Южной Америки, а у тебя любое горное животное. Я хочу вырастить горное животное. Я бы хотела, чтобы тебе был козел. Ты умеешь растить яйца? Ой, какое яйцо прикольное. Да. Вообще очень. Я мать дракона. Да, чувствуешь себя вообще крутым. Как его выращивать? Значит, поместить яйцо в емкость с водой так, чтобы вода была полностью покрывала яйцо. Как только яйцо впитает воду, оно начнет трескаться. 12-36 часов. Это надолго. Ну что ж, придется взращивать горное животное. Пойду залью его после этого видео сразу. И я тоже смотреть. Залью, и потом обязательно вставим, как это было. Яйцо Южной Америки. Как мило, что мы подумали об одних и тех же яйцах. Яйца, ура! Теперь у нас два яйца на двоих. Да, червь, вылупляйся. Прошло, по сути, два дня. И вот, что у меня вылупилось. Ой, какая эта штука, мне раскислизи. Нет, давай помыть. Что это? Это кто? Ребят, кто это? Это мышопард? В общем, у меня мышопард. Я не нашла ничего умнее, чем взять кастрюлю. Ребята, у нас трещина. Чтобы мне попался козел! Мне попался козел! Он склизкий! Хорошо, следующий подарок у меня для тебя будет такой самый лайтовенький, это просто конфетки с вкусом карамели. Ты это ж Твикс. Да. Какой прикольный. Это маленький Твикс, я поняла, что он тебе нужен. Соленая карамель, боже. Рот в рот, получается микро. Вкусно? По сути, обычный Твикс, но все равно вкусный, я люблю Твикс. Не скажу, что он соленый. А что он соленый? Он типа обычный Твикс, но вкусно. Да. Хороший подарок. Как яйцо. Да. Ну, давай дальше пойдем. Я думаю, как бьюти-блогеру тебе просто необходимо яблочко в виде макаруна. Это очень круто выглядит. Это макароны, я люблю макароны. Это цвет, я тоже люблю этот цвет. И яблоко, я люблю всякую хрень со вкусом яблока. Идеальный дар, даже кот оценивает, а кот сломан. Это бальзам, он ищет свою штучку. Хочу понюхать. Я надеюсь, будет вкусно пахнуть. Я уверена, будет вкусно пахнуть. А то придется нюхать Беллу. Как пахнет Белла? Как пахнет Белла? Ходит или из вампиров? Из пацанок. Вкусный? Попробуй. Только нужно... Не, он совсем не пахнет, его именно нужно на губы нанести. Он не пахнет. Пахнет, я ничего сомневаю. Крутой. Да, реально очень приятный. Прям реально яблочный сок свежевыжатый. Очень вкусно. Следующий мой дар... Пластилин. Сейчас объясню. Помнишь мою вот эту замечательную фигурку? Да. Которая стала звездой интернета. Ее курс в Твиттере, потому что все мои друзья передают из руки в руки. Я дарю тебе набор застывающего пластилина, чтобы ты могла тоже сделать свою фигурку. И подарить ее потом мне. Отлично, вот и сэкономила на подарки на Новый год. У тебя будет пластилин, ты должна будешь из него что-то слепить и потом передать мне. Я открываю, он застынет. Ну я хотела понюхать. Ладно, мне запретили его открывать. Что ж, я сделаю, я постараюсь тебе сделать что-то в стиле аниме. Может быть, у меня будет новая всракуга. А со своего я отдала. Жопука. Тебе еще обязательно нужно тело бражника. Нет, я сделаю тело из Варкрафта. О, вот это вообще поворот. Я хочу, чтобы тебе всегда было тепло. В любой ситуации. Это насадка на толкан? Да. Блин. Чтобы твоя попка была в тепле. Это насадка на туалет.
только BTS, я просто думала, что это только BTS. I purple you. Она, такое? Между прочим, махровая. Ты сегодня должна попробовать воссесть на это. Снимать не буду, но нет, ты можешь натянуть на толкан и снять, как это выглядит на толкане. Хорошо, мы это сделаем. Красиво. Договорились. Пойдем проверим, как это будет выглядеть на толкане. Ну, слушай, она мягкая. Чё, а еще это можно использовать как слюнячек, когда ты кушаешь, чтобы типа, не испортить одежду. Да, видишь, многозначительная штучка. Очень многозначительная. Только лучше использовать до использования туалета, а то потом... Сначала сюда, потом на туалет. Классный подарок, я считаю. Я ставлю ему лайк. Хороший подарок. Лайк. Я знала, что тебе понравится. Лайк. Делаем туалетный замерчик. Размеряем сначала липучку, потом расчехляем, зачехляем. Контент, который мы заслужили, пацаны. Смотри, как красиво. Ты даже не представляешь, как она красиво смотрится. Но она царская, она сиреневая и с золотом. Ну да. Мы знаем, сиреневый это цвет королей BTS. А BTS кто это короли? Короли. Но она по размеру, да, вроде бы? Она, да, по размеру. Следующий подарок мой, Тилька. Давай. Это тоже, так сказать, предыстория для туалета. Так. Но она очень тебе должна понадобиться. Это... это шапка. Мономаха. Твоя шапочка отвалилась. Ну, теперь я, знаешь, я когда буду приезжать... Ты можешь черпать борщ. Я, да, для борща ее возьму. Можешь черпать борщ. У меня теперь будет... Кот так на нее смотрит. Это кот, мне кажется, просто сломан после вот этого фигни. У него истерика все еще. А все, кот, а все. А что это было? Съел. Где? А если направить камеру, они будут видеть? Оооо! Нифига! Хороший подарок. Вообще, хозяйственный для женщин. Для истинных женщин. Давай, дальше. Я женщина, а значит поварешка. На, Никура. О, для масочки! Для масочки, голубенькая. Повязка тоже. Для волос. Да. Это одна из самых лучших вещей. Реально не иронично. Берите себе на заметку в качестве подарка вашим подругам. Потому что вещь очень нужная всегда. Даже если уже тем есть более, одна, тем она более. Всегда нужна. У тебя есть маска, у тебя комплект. Бьюти-комплект. Считаю, что вот это офигительный вообще набор для подарка. Прям крутяк. Тилька, хвалите Тильку, она молодец. И тогда Тилька подарит вам насадку на туалет, чтобы ваша попка была в тепле. Дар хороший, зимний, потрясающий. Следующий подарок у меня для тебя достаточно большой. Так. Что это? Это тебе елка. Елка? В смысле елка? Это реальная елка. Полный Jingle Bells или что? О, нифига, ее даже... Что это? Это ёлка! А, она типа вот так вот закручивается и влепливается. Да. Можно еще украсть ее украшениями. Украшай меня. Воняет тебе? Ну там нормально, китайцем пахнет. Ой, фу, сними. Ёлка, клаустрофобия. Когда люди раньше надевали пакет на голову, а я могу надевать ёлку. Так, ну у тебя как минимум купол уже есть. Дай чем-нибудь наклею. Дай вручонку, пожалуйста. А вот тебе ангел. Во, нашла. Смотри, закрытыми глазами. Все, висит? Да. Охрененно. Так, что у нас остался? По одному? Предпоследний, а, не, последний подарок. Так, сейчас я выберу. Давай тогда... Уф. Что это? Это для парика? Я думаю, буду использовать для думаешь, парика. Думаешь, что это такое? Ой, поняла, для украшений. Да! Блин, она прикольная. Даже золотая. Потом нравится. Как чаша. Золотая чаша, золотая. А, она прикольная. Она прям как мое лицо да. по размеру. Круто. Видишь? На нее еще, наверное, парик можно будет повесить. А прикольная штука, мне нравится. Реально. Смотрите, я какая. Тоже подумала, знатная. Что надо покупать по-любому. Ну, надо брать. Вещь. Богатая, кот тоже одобрил. Что-то еще осталось? Ну, последний дар тебе. Давай. Это розы. Ароматический набор, чтобы воняло. Май. То есть у меня будет и там вонять, и это и актуальный тест, на самом деле, чтобы ты могла все время жечь эти палки и понимать, как ты почувствуешь запах. Корона или не корона, понятно. Сейчас понюхаем, насколько эта розочка пахнет. Вкусно или невкусно, или мы будем нюхать прокладки. А что пахнет? Ой, ну она пахнет, ну я не скажу, что это очень приятно пахнет. Она пахнет типа туалетом. Мылом. Обычным мылом. Туалетной штучкой. Но это хороший подарок, я люблю вонючки.
Буду только не из лаванды. Вонять. Да, лаванду нет, у меня на лаванду аллергия. Спасибо, что учла этот момент. Я такая, я что-то не помнила. Помнила. Что ж, ребята, вот такой обмен подарок у нас получился. Вторая часть будет на канале Тильки, потому что это далеко не все. Мои подарки такие большие, личные подарки, такие маленькие, такое ощущение, что нет, тупо ничего нет. Насадка на туалет и яйцо, это прекрасно, я считаю. А мне понравилось, ну, конечно, пузырьки, потому что пузырьки это классная вещь, еще елка и яйцо, поэтому я могу делать вот так. Ой, ты все себя облила! Шарики! В общем, подписывайтесь на канал Лизы. Пока, и подписывайтесь на Тильку, смотрите видео на ее канале, а я пошла растить ребенка, яйцо. Ой, мое яйцо упало.